из Люди Икс на связи. Реально, как из этого фильма. Только я не негритянка. Пожалуйста, как вы любите. Без волос, без ресниц, без котика. Такая, какая есть. Сонная тетеря. Очень непривычная с этим цветом волос. Я все-таки ближе к теплым тонам. Вот. Ну, он смоется. И обещали, будет темнее. Я раньше прям чесалась, хотела себе такой цвет, но это было несколько лет назад. Потом я ненавидела свой цвет, который у меня был до этого. Вот. А потом резко все поменялось, и мне безумно нравился мой цвет, который мне ходил много лет. Вот, и что-то я, короче, у меня сбриндила перекраситься. И теперь я блядинка. Сколько капсул наращивала? 150 всегда. 150-180 капсул. Почему седая? Ну это затонировали, потом он смоется и будет такой блонд. Потому что я оттуда домой что есть, да? Спасибо. Сейчас я буду попозже освобожусь. Буду делать продолжение стресс. Там еще много чего. Да, муж ходит, конечно, за мной. Это хорошо, все время прибыль. Может быть, я еще чуть попозже наращу вот до попы. Ну, пока так похожу. На соревнования буду наращивать. Захожу в своем поселке, в Яблоновском. Похудела, я как бы не толстела, как чувствуешь себя похудела. Я не толстела, чтобы худеть. Я всегда прекрасный корни. Вот сила. Это еле. Сейчас отдохну и перед соревнованиями. Ну, во-первых, почему я их сняла? Потому что отросли, это раз. А во-вторых, я покупаю волосы всегда до ягодиц. Вот, и когда волосы доходят до моей длины, они дошли до моей длины, потому что при каждой коррекции их подрезают. Вот, и они постепенно короче, они дошли до моей длины, и все. Ну, смысл наращивать волосы, если они точно такой же длины, как и твои. Ну, разве что для объема. Вот, я не вижу смысла. Вот, решила покраситься и поменять вообще полностью волосы. На днях поеду за новыми волосами. Не знаю, может сейчас наращу, может быть попозже. Сними тренировку. Ну, не знаю, попробую снять. Сейчас получится. Вот, просто тут очень много народу в эти дни. Весь зал забит. И очень тяжело вообще заниматься, снимать. Тренировки тем более. Кушать перед каждой, чтобы мышцы не сбились. Как сколько минут, чтобы жир не жёгся. Правильно кушайте, правильно тренируйтесь, ничего у вас не будет лишнее сжигаться. Сидите за питанием, все будет тип-топ. Вот. Я никогда не слежу, сколько там есть до, сколько есть после. Единственное, зачем я слежу, за тем, что я кладу себе в рот. Все. Больше я ни зачем не слежу. Я не слежу за суточной нормой калорий. Я не считаю, как живу. Я не слежу за временем, когда мне тренироваться после еды или до еды, что мне кушать после тренировки. Я просто всегда слежу за тем, что я кладу себе в рот. Все. Этого будет вполне достаточно. У меня сейчас вообще тренировки такие. У меня новый тренер, у него там своя методика. Вот. И у меня тренировки на все. Сначала у меня идет на плечи, на бицепс, на спину потом, на ноги и все. 4 упражнения по 4 подхода. Вот. Ну, это его видение, он так решил. А я выполняю то, что сказал тренер. Вот. Можно вопрос, если нужно сжечь жир, можно просто каждый день кардио включаться. Без силовых, всего не жить. Пожалуйста, бегайте, мои дорогие. Можно? Можно делать все абсолютно. Просто делайте. Тренируйтесь. Правильно питайтесь. Не задавайтесь глупыми вопросами. Когда у вас все получится. Неважно. Просто делайте. Какие-нибудь иностранные языки. Почему сменил тренеров? Я всегда меняю тренеров. Я не вижу смысла ни в одном тренере зацикливаться.
Вот. Мне интересны разные методики. Мне интересно, я их меняю не потому, что они плохие, или мне что-то не устраивает. Я меняю в плане познания чего-то нового. Смотрю, как один тренер какие методики применяет, да, какие другой тренер. Вот. Я считаю, что нужно постоянно что-то менять, иначе все равно запрограммировано у каждого человека что-то одно, свои привычки. А наше тело привыкает к любым привычкам чужого человека, своего человека, своих мыслей. Когда вот, допустим, я сама тренировалась, почему я наняла тренера? Потому что я испробовала все. Я поняла, что моему организму нужен новый метод, новые мысли другого человека, нужен стресс. Вот, и этот стресс вам даст другой человек. Он посмотрит со стороны, а со стороны виднее. Вот. Попробовала другого, долго занималась другим, все. Слышу тело, что оно привыкло. Мне интересно, не реагирует. И так далее. Скучно. Все методы, все уже знаю наперед, что он мне даст и что будет. Поменяла тренера. Попробовала другого. Тоже. И так далее. Нужно постоянно менять, чтобы тебе было интересно заниматься. Во-первых, это самое главное, чтобы тебе было интересно делать упражнения. А упражнения у меня ни одна тренировка не похожа на другую. Я каждый раз делаю разные тренировки, разные подходы, разные методы. Вот. Если постоянно делать одно и то же, не будет результата. Никогда не будет результата. Потому что для того, чтобы организм реагировал, нужны постоянные новые физ-нагрузки. Вот поэтому я меняю тренера. Почему волосы сняла, уже сказала, потому что уже доросли до моей лягушки. Где продолжим сериал? Сейчас все будет. Сейчас потренируюсь. Возьмем тут работы. И перед сном вам такую историю забахаю. История. Кстати, слушайте, а потом просто в фотографиях будет очень тяжело это все расписать. Может, я пост напишу по поводу, почему меня уволили с работы, с первой моей, вот. И как я все это переживала, без денег, без опыта, без всего. Так, сейчас вкратце расскажу, чтобы вам потом было понятно в сторисе, почему и как. Получается, закончилось на том, что начали снимать видюшки с Русланом, начали подписываться. Вот, потом у меня я расскажу о том, как у меня началась учеба, начались курсы. Я устроилась на работу, как только приехала. Испытательный срок был 1.5-2 месяца. Вот, за этот испытательный срок, соответственно, я должна была наработать клиентскую базу, там, персональные часы, тренировки и так далее. Полмесяца я проработала, сидела дежурным тренером. Соответственно, я никого не знала, откуда у меня будут какие персональные часы, какие персональные тренировки. Да, я все, что могла, все выкладывала в Инстаграм, но меня никто не знал. Вот, в зале работала тренер более 3 лет. Уже Вероника звали. И, естественно, все шли к ней. То же самое, что вот если я сейчас сюда устроюсь работать, все пойдут ко мне, потому что все меня знают, у всех я на слуху. В первую очередь работаю в сарафанной радио. Вот, и все, конечно же, шли к ней, кто такая Вика. Вику никто не знает, Вероника крутая, она 3 года тут работает. И как бы все через нее прошли, и все у нее тренировались, все круто, классно. Конечно, ко мне никто не шел, вот, и начались у меня курсы. Мне приходилось часто пропускать работу, потому что курсы у меня длились с 8 утра до 8 вечера. На работу практически не приходила. Ну и в свободное время, конечно, я там выкладывала видюшки с Русланом, все такое. Ну, в один прекрасный день, там, помню, пришла получать зарплату. Вероника получает 56 тысяч рублей, а я 6 тысяч рублей. И я стою такая, блин, какого хрена? Я все сделаю так, чтобы я когда-нибудь получала свои 56 тысяч в месяц, как эта Вероника. Вот, я понимала, что нужно, чтобы меня узнавали и меня знали, для того, чтобы я была востребована. Но я понимала также, что на это нужно время. Но времени мне работать никто не дал. Директриса меня вызвала к себе и сказала, ты не прошла испытательный срок, у тебя нету персоналок. И плюс у тебя... Она была подписана у меня в Инстаграме. Ну, плюс у тебя в Инстаграме. Понятно, ты вся в любви, тебе не до работы, короче. Повезло в любви, а не повезло в деньгах, повезло в любви. Зато видишь, как бывает.
Я такая, я говорю, дайте мне шанс. Я только переехала, я никого не знаю. Как бы я очень люблю эту работу. Я только начала, я только получила знания. Как бы все. До этого я как бы была, работала на своем энтузиазме. Вот, вы понимаете, что вы должны понимать, что ко мне шли люди, меня должны узнать. Ну, как бы ей было все равно. Он говорит, ну, до свидания, Виктория. И, короче, я хожу с работы. Ладно, что до этого у меня украли деньги, как я сказала, да? У меня опять крадут последние мои 6 тысяч в кармане. У меня остается вообще просто ноль. Меня уволили с работы. У меня 0 рублей. Короче, я пыталась заработать всем, чем могла. Думаю, ладно, хрен с тобой. Уволила. Я устроилась работать в салон на ногтях. У меня мама там устроилась парикмахером. Я начала снимать тренировки. Все свои знания, все, что получила, что-то как-то там пыталась компоновать. Вот, снимала тренировки на улице, снимала тренировки дома, ходила в зал там. Когда у меня были деньги, там 300 рублей найду, пошла в зал разовая, купила, сняла тренировку и все, отложила ее как бы. И постепенно у меня копились тренировки, да, упражнения, вот. И, соответственно, у меня начали появляться результаты, потому что я постоянно занималась. Дома, в подъезде, во дворе, короче, везде, где я только могла. Я постоянно занималась, все это снимала в Инстаграм. И выкладывала, и постепенно начали писать девочки. А как ты похудела, как ты похудела? Одну рассказала, второй что-то там рассказала, третий. И потом думаю, блин, у вас слишком много, я одна, как бы, давайте. Она говорит, а одна написала, давайте, без заплачу, пожалуйста, приготовь мне какую-нибудь программу. Я думаю, ну, почему бы не попробовать? У меня уже был определенный комплекс тренировок снят, определенные подготовленные упражнения, что-то там по питанию я уже соображала, вот. И продала свою первую программу за 500 рублей Кристине. Я вот помню ее имя до сих пор. Я была такая счастливая, я знаю, я заработала 500 рублей, представляешь, у меня купили программу. Вот, пошли, я куплю себе творог и гречку. Я пошла такая довольная, купила себе творога и гречку с овсянкой на свои 500 рублей. Вот. И все, и постепенно работала на ногтях, снимала всякие тренировки, занималась, училась. Работала на ногтях недолго в салоне. Оттуда меня тоже увольняют в подозрении, что я украла у них. Представляете, у них салон закрывается на ключ. Ключ сдается в аптеку. В этот момент я вообще в салоне не была, я не работала в эту смену. А в этот момент я ходила чинить телефон. У меня сломался телефон, короче. Я позвонила, говорю, можно починить? Да, конечно, подъезжайте туда-то, куда-то. Я подъехала, даю телефон. Вот, а сейчас я отнесу. У меня тут другая ремонтная, в этой... Зашли, главное, в ремонтную. Говорит, в этой тут нету каких-то деталей, сейчас я в другую схожу. Девочки, я, сука, его прождала 5 часов. 5, твою мать, часов, пока до меня дошло, что меня тупо наебали. А до этого у меня сломался телефон, на который я все записывала, все свои видео, все свои программы. Он у меня просто падает в воду, в ванну. Получается, лежал на полотенце, я полотенце сдергиваю, он падает в ванну. Я как я буду работать? У меня все было в этом телефоне. Беру сына телефон, думаю, пофигу, починю, все сделаю. Иду чинить, и получается... У меня крадут, сука, телефон, как до меня доходит через 5 часов, что у меня его украли. Я иду в полицию, ну, короче, бесполезно. Ни хрена не нашли. Вот. И на следующий день мне звонят. Так и так, короче, Вика, приходи. У нас в салоне кража, будем выяснять. Короче, они выясняли. И подумали почему-то, что мы с мамой украли. Я понятия не имею, почему на нас подумали. Хотя это все было подстроено 100%, потому что, когда я работала в салоне, делала губы. Мне директриса говорит, будешь делать губы у нас. А у них работала косметолог. Они ее уволили. А я ее не послушалась и пошла колоть губы к другому косметологу, короче. Вот. И она залупилась на меня жестко, походу. Говорит, что ты ее выставила? Мы хотели сделать тебя лицом салона, а ты ее рекламируешь. Я говорю, ну, блин, она мне сделала губы, почему я не могу порекомендовать? Вот. Она это... Ну, короче, понятно. И прошло пару дней, они подставу такую сделали, типа у них обокрали салон. Я говорю, пошлите в полицию, пошлите видео смотреть. Как я могла, блядь, обократь ваш салон, когда ключ у вас в аптеке вашей через дорогу находится? Вы мне можете сказать?
Не, мы не думаем на тебя. Мы просто мы вынуждены с вами попрощаться. С твоей мамой, с тобой. Я хуй с вами. До свидания, короче. Все, и блин, у меня украли один телефон, у меня украли второй, у меня украли деньги, меня уволили с одной работы, меня уволили со второй работы. Я думаю, сука, я не знаю себя, хрен с вами. Пошла, короче, взяла у мамы кредитную карточку, купила себе новый телефон, начала снимать тренировки, заниматься, все интенсивно рекламировать. Вещи, которые заходила в торговый центр, фотографировала, ногти на дому стала делать, ездить. Пилон на дому преподавать. Короче, тренировки хотела на дом ездить, тренировать за 100 рублей в час. Людей, представляете, сейчас бы я поехала за 100 рублей в час. Короче, я была готова просто на все. И вот, работала. И все, так и осталось работать. Потом постепенно накопила денег, открыла свой шоу-рум, и вас много стало. Вот. И много людей, много клиентов. Вот так вот и все закончилось почти спустя несколько месяцев, а то и год. Вот, и потихоньку пришла к тому, что я сейчас имею. Короче, жопа была полная, мне было посрать. Меня это даже еще больше заводило. Я думаю, ах ты так, да? Тебе деньги украли? Меня еще раз деньги украли? Меня уволили с работы? Меня опять уволили с работы? Меня телефон украли? Херня, сломался? Херня, понимаете? И если у вас в жизни полная жопа, веселитесь на полную катушку и, да, и поставляйте, пускай еще подпиздят вас по своей заднице. Будет все реально, это не просто так. Это ваша судьба проверяет на прочность, сдашь это или нет. Она ждет, она хочет, чтобы ты забухала, загуляла, психанула, бросила всех. Когда пошел, ну все нахер, ничего не хочу. Она хочет этого. Но кто не сдается, тот получает награду. Вот. Так что держитесь. Ну, короче, сторис еще все это покажу, расскажу вкратце. И там уже все увидите сами. Как пройти форму после кесаря? После кесаря пройти форму очень тяжело. На это нужно время, силы, труд нескончаемый. Поэтому все в ваших руках, дорогие мои. Просто работайте над собой. И все. И все будет very good. О, моя парочка. Ой. А? Почему ты говоришь, что этот свет смоется? Смоется чуть-чуть свет. Надо. Ну, я знаю, что тебе не надо. Ладно, я уже пошла на тренировку. У меня много сообщений. Слава богу, одни смайлики. Все, спасибо за внимание. И скоро ждите новый сторис. А когда этот закончу, расскажу, что было за 3 года до этого. Там тоже интересно будет.